простой предсказуемой системы координат, это сменить строй гитары. Второй, которым любят пользоваться бесконечное число гитаристов, и я не исключение, это, конечно же, примочка. Это, конечно же, когда вот ты врубаешь примочку, а на ней... И ты понимаешь, что все, путешествие будет необычным. В частности, данное путешествие называется «Ночь на Хайвее». Хочется, чтобы гитара была чуть-чуть агрессивнее.
Mm-hmm.